Всем привет! Это обзор главного эксперта по технике М-Видео. Начнем! Салют! Включи самый яркий зеленый! Салют! Убавь свет! Спать пора! Кто из родителей не сталкивался с детскими страхами, когда ребенок категорически не желает засыпать в темной комнате? Покупка ночного светильника может стать отличным решением, особенно если это умный детский ночник Сбер. Меня зовут Женя, мы на канале М-Видео, и сейчас расскажу, почему именно этот симпатяга должен поселиться в каждом доме, где есть дети. Во-первых, детский ночник Сбер – это безопасный светильник. Корпус выполнен из гипоаллергенного и приятного на ощупь силикона. То есть он не может быть разбит, как стеклянный собрат. И не поранит маленького шалунишку-исследователя. А потрогать этот ночник, повертеть в руках и хорошенько рассмотреть его, малыш обязательно захочет. Ведь устройство выглядит сказочно. Либо это кошка, либо грибочек, либо космонавт. Детский ночник Сбер – это умное устройство, управляется со смартфона. А еще, как вы уже видели, совместно с умной колонкой Сбербум и Сбербум Мини. И отлично реагирует на команды виртуального ассистента. Поэтому детям очень нравится самостоятельно включать и настраивать разные режимы цвета и яркости. Особо отмечу, что палитра цветов устройства включает аж 16 миллионов различных оттенков. Поэтому вариантов очень много. Салют, включи северное сияние. Диапазон яркости у ночника тоже очень широкий. Он может стать полноценным светильником, чтобы вы почитали с ребенком книжку. Или мягким светящимся облаком, когда ребенок засыпает. Кстати, в умном ночнике Сбер можно выбрать не только цвет и режимы свечения, но также задать расписание работы и создать различные сценарии. Например, утром по расписанию, заданному родителями, умный ночник включит режим «рассвет», и в комнате постепенно рассветет. Это поможет ребенку легко проснуться, даже если за окном еще темно. Дополнительный плюс ко всем достоинствам устройства в том, что он работает на собственной платформе от Сбер. То есть ПО отечественное не зависит от внешних факторов, и это обеспечивает его стабильную работу. Ну и комплименты от Сбер Девайсис. В комплекте с умным ночником Сбер идет развивающая детская игра «Театр теней». С помощью экрана и комплекта силуэтов героев дети и родители смогут устраивать собственные театрализованные представления. Что ж, в современном мире детский ночник – это уже не просто лампочка. Для родителей это умный помощник, а для ребенка – это спокойный сон, мирное пробуждение и источник новых впечатлений. Поэтому умный ночник Сбер должен быть в каждом доме, где живут дети. У меня все. Пока! А технику из этого обзора заказывайте на сайте или в мобильном приложении М-Видео.